наверное, 50. 50 вот бухта. Можно ее разрезать, потому что я еще повезу другим. Там у меня малыши вот эти есть, насосы. Вот забирайте вот этот керхер, вот эта бухта и вот этот шланг, который с этим. Вот это как бы ваше, и там еще насос дам. Ну, давайте вот шланги бухты сначала возьмите. Да ладно, тяжелый, потом еще не, сейчас. Нормально. Да там основная мелочевка. Вот, бухту он взял. Да, синяя, дай там насос, может быть. Он тяжелый насос. А, это сам, переносок нет? А, удлинитель, ну там мы не нашли очень длинных, там 15 метров только, я тоже дам. Ну, у насоса 32 метра. А, у насоса? У насоса 32 метра, я специально брал, что с длинным этим. Ксения, дай там, где у нас эти удлинители, пожалуйста. Ну, им, ну, два дай. Один там 15 метров, один 7,5. Я думаю, я еще привез два 5-метровых. Ну, 5-метровые это там по дому только, а им вот на улице, если ну, кинуть. Вот. Я 30 метров искал, нигде нету просто, понимаешь? Холодильник привез. Я из Новороссийска закупал. Я вот из Москвы приехал, здесь катаюсь по всем окрестностям. Я на холодильник им привез, чтобы можно было закупить. Да, у меня холодильник большое дело, им потому что продукты сейчас жара такая. А, забыл еще, бак им надо дать.